Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, делюсь с вами информацией. Сегодня я зашла в новый проект Визит Ал. Стартовал он, по-моему, 15 числа. Значит, регистрация здесь простая. Просто PR кошелек вводим, разгадываем капчу, попадаем на сайт. И он нам предлагает денежку за посещение вот этого сайта. Но здесь стоит вроде как заглушка, как я поняла, на вот минимально рубль. Вот, я пополнила 100 рублей, сюда закинула, и у меня пошла скорость уже, да, майнится денежка. Вот, и за посещение сайта нам дают, как я уже сказала, бонус. Вот, вот здесь нажимаете, вот вкладочка «Бонус», «Начислить», и вам начисляется каждый час определенная сумма. Вот у меня уже на балансе 10 копеек, я вот только что зарегистрировалась, пополнила баланс, нажала «Начислить», и вот мне дали бонус. Далее, вот здесь скорость у нас пополнить, если кто захочет. Вот. И, а здесь выплатить. Давайте посмотрим, что да. Минимальная сумма выплаты 1 рубль. Вот. Естественно, я буду проверять на вывод, когда у меня будет денежка накопиться. Далее, здесь реферальная программа наша. Ссылочка, кому интересно. Ну и выход. Есть чат. Можно... это уже второй проект. Смотрите, уважаемые участники, первый проект от нашего администратора. Вот еще какой-то проект. Отлично работает, отлично. Слушайте, ну это хорошо тогда. Меня позвали, пригласили. Вот, смотрите, уважаемые участники, наш проект 15.06 стартовал. В нашем проекте собирайте бонус каждый час. Также увеличивайте скорость. Чем выше ваша скорость, тем больше ваш заработок. Окупаемость вложений 12 дней. Вывод средств 1 раз в час. Ну и замечательно. Есть группа ВКонтакте. Вот. Так, вот, получай деньги за посещение сайта. Раз в час заходим и получаем бонус. Далее что? Я не знаю, будет ли платить... Вот эти вот плюшки, зайдите обязательно в группу ВКонтакте и прочтите, что здесь в течение 7 дней при вкладе в проект определенную сумму вы получаете возврат определенного процента от нашего вклада. От 100 рублей до 500 рублей возврат 40% от вашего вклада. Я не знаю, вернут они мне, я 100 рублей закинула этих 40%. Вот, ну и так далее. Здесь чем больше вклад, тем меньше процент, естественно. Вот. Посмотрим. Ну, вот такой вот проект. Кому интересно, смотрите сами. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.